снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы поиграем в довольно интересную игрушку под названием Townsman. Это, ребята, игрушка, где нам предстоит создать свой собственный средневековый город. То есть мы будем где-то строить дома, где-то жилища, где-то всякие фермы, будем заставлять работников там работать, где-то какие-то здания будем строить, чтобы королю угодить, и заработать, конечно же, больше денег и много-много всякого другого. В общем, довольно интересная игрушка, и надеюсь, она вам понравится. Хоть она и на Android, но мне игрушка показалась достаточно интересной и любопытной, в которую стоит поиграть, да. И здесь вот мы начинаем, здесь есть обычные уровни компании, есть уровни сэндбокса. Но я буду играть на сэндбоксе, так как мне хочется построить какое-то свое королевство, чтобы оно было классным, клевым и тому подобное. Так, сейчас выберем какую-нибудь локацию. Кстати, локации зависит, от локации зависит вот такая вот тема, типа здесь размер площади у нас какой, уровень сложности какой и уровень угрозы от бандитов мы также можем настраивать. Но самое главное, это, конечно же, уровень сложности и территория, какая у нас будет использоваться. И не знаю, может долину реки взять, это пышная долина, идеально подходит для строительства цветущего города. Отлично, вот его и возьмем тогда, звучит прекрасно, почему бы и не взять это место. Так, надо немножко опустить мне сейчас рамочку, то, наверное, будет видно нежелательную рекламу. Поэтому вот так вот сделаем, город долины реки, переименовывать не буду, пускай такое остается. В общем, вот такой вот у нас городок появляется, в котором мы сейчас будем, конечно же, обустраиваться. Милорд, решение переселиться в эту долину реки было воистине мудрым. Поселения, несомненно, будут рады твоей помощи бедным и нуждающимся. Однако, невзирая на всю твою щедрость, рекомендую не пренебрегать твоими обязанностями перед королем. Да, и в общем-то, вот такое вот у нас маленькое поселение, в котором мы сейчас будем, конечно же, строиться и всякое такое. Сейчас вы все увидите, игрушка реально, мне кажется, здоровская. Если она вам понравится, то ставьте, конечно же, лайки, пройдем ее полностью, построим самое-самое процветающее королевство и тому подобное. В общем, здесь есть просто здания, которые пищу будут вырабатывать, есть производство, конечно же, есть особые здания, которые позволяют нам тушить пожары и всякое другое, есть украшения, есть, конечно же, просто сами жилые здания. Давайте посмотрим, чего нам не хватает в данный момент. Сейчас вот время года, как у нас идет, сколько у нас всего денег. У нас есть колодцы, пара жилых домиков, производство у нас довольно скудное, поэтому надо бы производство еще какое-нибудь отбацать и тому подобное. Кстати, эта игрушка напоминает одну старую игрушку мне, которую я очень любил, называлась она Settlers, и вот чем-то мне вот прямо эта игра ее и напоминает. Интересно, можно перевернуть здание единственное, я только не знаю. Нет, походу можно только так стоять, как нарисовано. Ну ладно, поставим сейчас куда-нибудь, где можно красиво разместить вот эту вот построечку самую. Так, можно, конечно, сюда и дорогу сюда провести. Давайте здесь поставим и к ней дорогу проведем, плюс посмотрим, как же эти дороги работают. Так, скорость передвижения разблокируется, круто. А, и вот начинаем. А, вот так вот она будет строиться, значит, у нас. Ну окей, строим вот так. Все, построили. Спланировать свою дорогу, ну, стоп. А, нет, я наоборот вот так строю, получается. Все понятно, я сначала не совсем понял, что вообще происходит. Так, всю дорогу ставим, отлично, готово. Пускай теперь она производится, здесь теперь будет у нас ферма. Сейчас пойдут ее строить наши ребята. А мы тем временем сейчас выберем еще какую-нибудь построечку. Здесь какое-то что-то происходит. Городской дом, ну, можем его снести. Счастье у них не супер огромное, поэтому когда кто-то грустит, просто сноси их дом. Ну, раньше я, по крайней мере, в этом делал так, в SimCity. Мне кто-нибудь что-нибудь там жалуется, такой, что ты жалуешься? И сношу ему дом. И после этого приходит довольно житель на это место. Так, рабочая площадка, нет рабочего. Точнее, стройплощадка, нет рабочего. Давайте сделаем рабочих. А, точнее, надо, наверное, жилые дома новые поставить, потому что сейчас, на данный момент, у нас нехватка рабочих происходит. Так, сместитель с городского домика, такая вот, и где-нибудь вот здесь давайте поставим, чтобы красиво. Я просто хочу, чтобы потом еще стены тут всяко поставить интересненько, чтобы все прям мило, красиво выглядело. И в таком духе. Так, нам нужны работники. Нет, не хочу ничего сносить. Так, работники вроде после здания должны появиться или что-то в этом роде. Сейчас сориентируюсь, секунду. А, все понял, надо было просто убрать у меня из других зданий, где они работали, пока что ребят, чтобы они стали в итоге наоборот строителями. Здесь их указать вот таким вот образом. И пусть идет, конечно же, строить сейчас. Отбацает, когда он здание, у нас появятся новые жители и, конечно же, новые работники. Только зря я начал сначала вот это строить. Давайте-ка от этого пока откажемся и построим еще один жилой дом, конечно же. Давайте топайте, ребята, скорее мне стройте что-нибудь классное, потрясное, прекрасное. Так, ну, конечно же, сейчас пока что мне... Вот этого, наверное, тоже, товарищи, пока отменим. Пусть несет рыбу и пусть пойдет строить... Что же пойдет он строить? На меня что-то ругаются тут. Говорят, плохой я чувак, плохой я лидер. Мне, походу, говорят. Так, что она хочет? Блин, я не успел с ней посмотреть, что же ей надо. И она в итоге уже все ушла. Так, ну, скорее время пока что. На какое-то время можно ускорить время. Как бы это странно ни звучало, ну да, так можно. Так. Ну что, строительство идет. Мы еще налоги собираем, все дела. Так, ну что, что тут производство становилось? Ресурсов-то должно хватать. Или типа уже ночью, вы все отдыхаете?
А, вон, несет, все достраивает, видимо, да, долго они так собирают ресурсы. Я еще просто не сильно с игрой знаком. Так, деньги надо собрать, про это я забыл. А, здесь домик построили, и все, остальные работники теперь тоже могут, наверное. Можно, точнее, теперь добавить себе работников, которые как раз отсутствовали. Это сейчас ни хавки, ни древесины не добывается, это довольно плохо, как можете догадаться. Так, сюда еще одного строителя, и сейчас еще одного сюда, потому что у нас... А, он уже есть, все. Все, 6 жителей, это здорово, с 6 жителей можно работать, ускоряя время, пускай достраивают все, что осталось. После этого у нас, конечно же, пойдет жизнь, можно сказать. Ну, древесина нужна, чтобы все-таки строить все остальное. После этого у нас, да, вот видите, нехватка древесины, сейчас должны ее добывать. В общем, по чуть-чуть, понемножку сейчас будут. Запасы древесины истощаются. Я знаю, знаю, знаю. Но сейчас добудет наш дровосек новые дрова. Погодите немножко. Единственное, жалко, что все-таки ускорение времени здесь на время. Потом оно вроде как перезарядится или что-то в этом роде. Но, блин, ну не хотелось бы, чтобы у нас вот эта штука заканчивалась. Очень уж она приятная. Стройплощадка требуется что-то там. А, ну, древесина, наверное, требуется. Так, давай заканчиваю уже стройку. Что он тут у меня достраивает? Это у нас... да, это у нас дощечки новые получать. Так, давай ускоряйся и доделывай. Все, последние дрова несет, и после этого здесь, конечно же, будет... дрова всегда будут в достатке, и здесь все смогут сразу строить. Все, тут уже закончен крафт. Да, вот видите, здесь нужна теперь корона, чтобы в итоге я смог все сделать так, как мне хочется. И у нас появился новый крафт, судя по всему. Да, это появился рынок, но здесь много ресурсов надо, пока что мы к ним еще не готовы. Нам нужна древесина, чтобы делать доски теперь. Ну, самое главное, конечно, здесь достроить ферму уже. И тогда будет здесь также у нас... Что там конкретно он дает, я уже подзабыл. Сейчас посмотрю, что мы там за ферму там построили такую. Да, здесь будут пшеницы и тому подобное производиться. В общем, все круто. Плюс еще там новые крафты появились, которыми мы чуть позже займемся. Так, пока лето. Почему у нас лето такое дождливое? Не хочу зиму. Че ты ругаешься? Что вам не нравится? Что у вас счастье, нормальное, желания небольшие... Так что грех жаловаться, по-моему, на меня. Так, нам нужны новые жилые домики, полагаю, потому что очень уж мало работников. И надо больше налогов собирать, конечно же. А то как-то, ну, хреновенько получается, когда у нас денег нету, как можно себе представить. Так-с, что у нас по графикам? Все по графикам у нас здорово, ресурсы вот где добываются, где сколько всего у нас есть, 22 рыбы, 5 уже таких досок, дерева нету, камни не все остальное есть понемножку. Ну, это пусть копится пока что. О, новый квест у нас какой-то пришел, где... А, вот здесь квест. Смотрится, доставить груз камня королю. Награда 80 золота и 5 древесины. Ну, мне 5 камня надо, а пока что камнедобывальщиков у меня еще нету, к сожалению. И вроде как еще не открыта эта тема. Или открыта. А, вот здесь можно ее открыть. Рудник. Можно ее построить. Но чуть позже это сделаю. Пусть сначала закончат с фермой и с жилыми домами у меня, ребята. Тогда и сможем спокойно действовать. И работать, скажем так. Так, здесь все, что там не хватает? Почему все еще не строится? Рёс, он все еще так долго идет за ресурсами. Что с тобой не так, парень? Почему ты такой долгий? Ладно, сейчас достроится, и мы будем. Ура! Достроилось наконец-то это здание. И сейчас у нас должен будет появиться... Теперь можно сюда, да, фермера добавить. Сейчас уже пшеница производится. Шикарно. Плюс я подумал, что я это как посмотрел, в основном у меня нехватка идет именно древесины. И надо бы построить, наверное, еще одно здание для добычи древесины. Поэтому сейчас его где-нибудь отбацаем. Плюс оно вроде довольно недорого стоит в крафте. Так, куда его поставить? Давайте вот здесь его возведем. Вроде неплохое место. Так, а дома я пока... А, здесь пока и нет строителя. Шикарно все. Так, вот сюда мы назначим его. Блин, где-то кто-то сильно занят. Вот здесь, наверное, доски производят. Чувак, пока ты не производишь доски, это не надо. Иди и закрафти нам дом. Всего 8 древесины надо, это довольно быстро будет. Сейчас мы это все добудем, плюс ускорим время. Я восстановил эту штуку. За короной можно восстанавливать ее, типа, ну... Мобильная игрушка, да. Чтобы восстанавливать, надо какой-то чтобы восстанавливать ускорение, надо тратить какой-то другой ресурс. Ну, в принципе, что, я вас этого сложного момента лишу, и вы будете больше радоваться, а мне придется ждать. Потому что я могу вырезать и вставлять все кусочки, и вы в итоге не видите всякого ненужного, скажем так. Ну, давай быстрее заканчивай дом. Быстрее неси дерево. Что ж ты такой медленный? А, я же забыл дороги туда построить. Так, осень близко. Ух ты, ё-моё, осень началась. О, блин, как красиво. Все-таки, на самом деле, игрушка очень красивая, если посмотреть. Мне прям супер радует ее графончик. Очень такой милый, приятный, дружелюбный даже в каком-то, наверное, месте. Так, все, у нас есть еще один древоруб. Так что все должно быть круто. Теперь нехватки древесины мы, наверное, не испытаем.
Все, 12 дерева надо и 175 голды, чтобы построить новый домик. Хватит на меня ругаться, что тебе надо? Я сейчас тебя застрелю. Нет, нельзя так делать, к сожалению. Но вроде все счастливы, пока что никто не особо не жалуется. Требуется пшенично, что? Что требуется пшенично? А, нужен типа сборщик пшеницы, что ли, получается. Ну, надо дом достроить еще один, тогда уже сможем мы нормально все делать. Так, я тут пока отменю одного рыболова и заставлю его строить дом. Давай, строй мне домецкий, я буду очень-очень признателен, когда ты его закончишь. Когда ты его построишь, и мы сможем еще на одного работника больше разместить. В общем, потихоньку так двигаемся, уже что-то, какой-то хоть прогресс есть, и это меня радует. Так, денежки собрать, про это не забывать. Надо будет тонну, килотонну домов, плюс еще эти дома заапгрейдить, потом будет вообще шикарно. Потому что с каждым апгрейдом мы вроде как сможем получать больше денег. Что, где мой строитель-то? Где мой герой-строитель-то? Ты идешь? Нет. Единственное, что прогресс не могу отслеживать, где он? А, нет, могу, оказывается. Ты спишь там, что ли? Эй, чувак. О, все, он пошел. Ему кого-то надо было подопнуть, чтобы он начал действовать. Нет, тогда нормально, если все-таки можно отследить идеи чувака, то я все время такой, блин, да что происходит вообще, где он, что он делает, да, вот он все-таки что-то делает. Кстати, с уровнями и исследованиями вот здесь можно все это посмотреть, оно находится здесь, я что-то все время смотрел вот не туда и не обратил внимания. У меня на самом деле экранчик довольно маленький для съемки, поэтому я не все так вижу, как надо бы. Точнее, как сказать-то, блин, маленький, наверное, сейчас подумайте, чем меньше, тем удобнее. В общем, есть некоторые тонкости, из которых мне некоторые вещи плохо видно. Ну, древесины у нас хватает сейчас, кстати говоря. Поэтому все здорово. Сейчас он, чувак, несет, достроит нам дом. И будет все круто. Оп, и еще один дом готов. Смотрите-ка, у него синяя крыша почему-то. Типа, над ним больше старались или что? Ну ладно, у нас плюс 2 жителя. Теперь работников можно себе добавить, обратно рыбку добывать. И еще одного работника, чтобы он снова не построил дом. Потому что без домов все хреново. Надо с домов все дело нам начинать. Так, и дом куда-нибудь вот сюда отбаться, наверное. Почему бы не сюда? Плохое место. Правда, потом бы я как-нибудь, наверное, их передвинул, если бы переделал королевство, я бы как-нибудь такой, знаете, специальную улицу для всего этого добра сделал, и все бы размещалось очень здорово. Кстати, территория огромная, на самом деле, хотя написано, что была нормальная, но тут еще строится. Еще и бандиты будут какие-то нападать со временем, надеюсь, что это случится не очень быстро. Так, чувак, давай все, иди строить. Ага, он идет строить, все шикарно. Все, он сейчас отстроит. И я думаю, на этом можно закончить первую серию. Она такая пробная, потому что я еще не совсем знаю, как вы относитесь к мобильным игрушкам. Как мне лучше для вас их подавать. И понравилась ли вам эта игрушка. Поэтому это будет такой пробный ролик. Поэтому сильно большим его делать не буду. Но в целом, надеюсь, вам игрушка понравилась. И вам захочется увидеть, как я построю целый полноценный город. И что мы здесь сможем в итоге придумать. Игрушка на самом деле очень интересная. Я такие люблю, мне нравится строить свои города, еще и как-то там ими манипулировать, что-то там придумывать, где-то там защищаться, где-то какие-то стены возводить. Но это самое начало, здесь пока такого еще нету, но в будущем будет, конечно же, и будущее у этой игрушки довольно интересное, мне кажется. Ну ладно, на этом буду заканчивать, всем спасибо, кто смотрел, если хотите продолжение, то ставьте лойсы, конечно же. Если вы также еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, я буду рад, конечно же, вам, если вы еще не подписались. Подписывайтесь прямо сейчас, у вас есть прекрасная возможность, пока я разговариваю, прям подписаться. Ладно, на этом все, увидимся в следующий раз, удачи вам, хорошего настроения и всего такого.